Сергей Александрович Левушка. На данном турнире вы в качестве кого? Тренер двух команд. Луч 2007 синий и желтый. Ну, расскажите нам по турниру, по регламенту немножко так, чтобы было известно, что как у нас проходит. Я вообще придумал этот турнир. У меня такая мысль возникла, когда шестой год наш проехал, скажем так, мимо Лакобола. Вот нас на следующий год этот турнир ждет. Он и в этом нас, ну, как бы на следующий год будет наш возраст. Вот. И, конечно, я планирую выступить в нем, как можно дальше пройти. Вот. И получается, шестой год у нас здесь выиграл. Поехал туда, в Хабаровск, на межрегиональный. И никогда не играл с командами Камчатка, там еще какие-то команды, Сахалин тот же. Когда не знаешь команд, и вот и в итоге они стали там то ли пятые, то ли шестые. То есть, ну и у меня возникла мысль, чтобы я уже на следующий год был подготовлен, чтобы я знал, вот как, какая команда Сахалин, что из себя там Комсомольск представляет. Я вот решил организовать турнир и вот посмотреть. Сколько дней, сколько команд, что как? Ну, получается, как и планировал, я 10 команд. В 3 дня, то есть две группы по 5 команд, две команды потом выходят в полуфинал, вот, остальные команды будут разыгрывать места с 5 по 10. По итогам уже можно первого дня судить, оцените команды? Ну, меня удивил Эстон команда, мы с ними первую игру 2-2 сыграла моя команда, молодцы такие. Ну, я всегда, мы с ними играем периодически, что они бойцы, все. Ну, я как бы все-таки рассчитывал на победу. Ну, вот они 2-2, сейчас вот с 8-м годом 0-0 играют. То есть вот в той группе, где вот находится Эстон, то есть там сейчас Луч 8-й обыграл Океан 4-3. То есть это вообще непредсказуемо, я думаю, кто выйдет, у всех еще шансы есть. Ну, в другой группе, я думаю, что Луч желтые должны выходить, потому что все-таки там командой Комсомольской и Благовещенской они помладше, 8-х годов. То есть, ну, мы должны их обыгрывать. Ну, СКА хорошая команда, мы их выиграли 3-2. Или два хорошие мальчишки. Видно, мы с ними тоже периодически играем, что, ну, растут. Поляки Егоры, ФК Сахалин. Интересно, мы играем хорошо, выиграли сейчас Луч Энергия 8 или 9-3, я не считал. Меня зовут Бельчуков Владислав, мне 9 лет. Я играю за команду ФК Сахалин, 7-й год. Эти мероприятия были очень собранными. Мне понравилось особенно открытие, как танцевали девочки, играли барабаны. А еще мне понравилась игра сегодняшняя. Для меня сегодня было сложным это отбирать мяч, потому что все старше меня. Я 8-го года, а они все 7-го года. Мне было сегодня очень сложно. Мне 9 лет. Меня зовут Варченко Марк Александрович. Я из команды «Луч Энергия Владивосток». Нам соревнования сейчас очень нравятся. Там такие большие награды. Мы сейчас стараемся, хотим заработать кубки. Игры прошли все хорошо. Мы выиграли. Ну, в общем, у нас все хорошо было.